Опа! Всем здорова! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть во Friday Night Funkin'. И сегодня у нас будет ультра-хардкор. Хекс, ты помнишь его? Кстати, тут немножечко Сыкин у нас другой совершенно, он оделся. Блин, вот я не знаю, я сразу вспоминаю про Уитти, где его сделали гопником, три полоски, и вот серьезно, не хватало такой песни, раз-раз-раз, это хэдбэс, я спортивка, хадидас. В общем, друзья, давайте story мод, и самое удивительное, здесь именно будет один трек, к сожалению, но мы все равно пройдем. Блин, мне очень нравится на самом деле Хекс, потому что он такой спокойненький поначалу. Так вот, последняя песня будет полная... Давайте, начинаем именно нужно на нормале. Вот что самое интересное. Не на харде, а именно на нормале играть. И под конец будет вот это вот. Так, ты видел его лицо? Да, это было баллистически, опять же, после битвы с Уитти. Фитти, Витей. Так, в общем, друзья, наверное, мы это будем пропускать с тобой, потому что мы уже 100 раз это читали. Хеллоу. Я Хекс, чувак, хочу поиграть с тобой, помикрофонить. Это просто у нас разминочка будет, не переживай. Ну ладно, хорошо, затем, блин, ну это прикольно, смотри. Блин, мне нравится новый Хекс. Конечно, видно, что он такой немного. Вот на микрофон посмотри. Какой-то такой он, да? И тут немного другой цвет. Подмигивает слегка. Клево. Я не знаю, мне прям вот на данный момент это прям мой любимый мод, потому что можно отдохнуть. Правда, я, друзья, что-то вот после Уитти, после Трики и после таких модификаций, как... Где Уитти там сошел с ума? Ну, я не знаю, как я назову еще эту модификацию. Ну, блин, вы сами знаете, как я люблю называть серии. Хекс из России прибыл, да? Было бы забавно, если бы он кулек семечек бы... Держал бы, в него бы пел. Также, друзья, в планах снять модификацию с пугалом. Говорят, тоже очень сложная. И еще есть вообще чисто лютая злая модификация, где поражает всех героев. Но пока что доступна только демо-версия. Мы, скорее всего, даже сегодня я сниму. Посмотрим с тобой. Она до сих пор дорабатывается. Хоть уже, кстати, прошло 2 месяца. То есть авторы там прям очень сильно подходят. И там прям каждая песня изменена. Даже симпая там вроде хотят поменять. Да, они же все поменяют там. Посмотри, вообще хорошо, красиво проходим с тобой. Я, кстати, заметил, ребят, скилл действительно подрос прям очень сильно у меня. Там включи первое видео. Это вообще жесть, что я там творю. Так. Ничего, долго будет? Так, все нормально, друзья. Так, это было очень потрясающе, забавно, да, расслабляюще. Как насчет другого раунда? Ну, я не знаю. Да, хорошо, давайте. Мои шестеренки готовы, а тут... Смотри, штаны вдруг... Шорты, блин, совершенно другие. Что-то у него подмышки мигают. Дядь, у тебя... Что-то ты немного меняешься вообще прям... Цвет у тебя другой совершенно становится.
блин, круто, круто. Вот тут вообще легко, ребята, можно, я не знаю, одной ручкой, значит, попивать, второй играть спокойно. Хейтеры скажут, что... Что, просто включил там какую-то запись? Да не... Ой, не... блин, вот я... Я теперь точно ничего не скажу. Я все равно хреново играю. Даже на нормале. Все, сейчас, друзья, я просто, видишь, захотел еще раз пройти. Извините, пожалуйста, ребят. Сейчас тут уже все закончится. Блин, ну скин это капец прикол. В следующем треке попробуем сделать аж ноль пропусков, ребята. Попробуем сейчас, ребят. Аккуратность 85%. Так, сейчас попробуем, друзья. Так, отличный раунд. Ну как насчет еще? Но уже темно, мне надо позвонить родителям. Ну пожалуйста, я буду самым счастливым роботом. И смотри, у него одежда все уже обычная сразу стала. Офигеть. Он как будто, знаешь, это вот как курточки двухсторонние. Одевает, хоп-хоп. Попробуем сейчас вообще не сделать ни одного пропуска. Блин, один. Ладно, больше одного не сделаем. Так, получается, получается, смотри-ка. Мне кажется, реально он там шорты, блин, свои вывернул наоборот, и все. Туда-сюда меняет. Семь пропусков. Так, ну все, я понял, пацаны, мы, конечно, провалили вообще. Отлично, и переходим к самому крутому. Так, мне прям очень интересно, что сейчас будет. Ты устал? Нет! Мои батарейки подзаряжаются. Ну, понятно, понятно. Я тоже устал. Давайте пойдем. Я согласен. Ну все, до скорого. И тут у нас случается. Все, вирус. Слишком много энергии он, к сожалению, потратил. Что-то там с антивирусом. Хорошо, Хекс, ты готов? Я помогу тебе. Всегда готов. Погнали. Пошло! Понятно, понятно, понятненько, друзья. Так, хорошо, хорошо. Будем очень... Нет, только не это. Так. Раунд.
Ну погнали, сейчас буду очень быстро нажимать. Фух, офигеть. Так, пацаны, понятно. Так, пошло. Ребята, видимо, все-таки спам. Спам нас спасет, ребята. Все, должен сейчас спасти. Охренеть! Давай, 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 охренеть, даже спам ни хрена нас не спасает. А, во-во-во, нормально. Да тут такое... О, под конец очень хорошо было. Кекс, где ты этому научился? Тебя какие-то плохие люди обучили. Вселился Витти. По любасу! Вирус Витти или Трики. Так, вроде... Фу. Давай! Это жесть какая-то просто! Капец! Да, мы это сделали, офигеть! А 195 пропусков! Аккуратность 66... Не, было бы забавно, если бы 3 шестерки было бы, это капец! В общем, друзья, вот такой выпуск у нас получился. На самом деле я в шоке, потому что вот... Нет, у нас были моды, где спам прям, ну... Как тебе сказать-то? Он работал, он прям отлично работал, но иногда все-таки сбивалось, да? Но этот прям мод даже со спамом тяжело. В общем, друзья, на этом все. Ссылочку, если что, ВКонтакте. Блин, уже совсем, друзья, в описании укажу. На этом все. Не забудь поставить лайк. Бай-бай, дорогой братишка.